мусульмане молятся 5 раз в день и молятся в сторону Каабы. Одна сторона находится на западе. Когда приходит в мечеть, смотрят, где находится арка. VIP-залов. Премьер-министр очень часто приходит сюда, и он молится наравне со всеми. Только король, избранный Богом человеком, он молится отдельно, на отдельной остановке за имамом. Здесь ковер очень удобно разделен, это расстояние между молящимися. Мужчина и женщина. В течение недели не так много людей приходит в мечеть. Для того, чтобы это сделать, для того, чтобы свой, как сказать, народное ремесло или как промысел, да, для того, чтобы... Yeah.
церкви, она построит этого храма. Одно имя родно в фигуре божества, благословляет его. Вот здесь, видите, да, барабаны стоят. Многие китайцы не могут сюда каждый раз приходить молиться, они платят за молитву. Если платят 100 рингитов в год, именно людей помещается в нижней части. 200 рингитов в год в средней части, 300 рингитов в верхней части. Китайцы верят, чем они выше, тем они ближе к богам. Здесь есть имена умерших или живых людей. Если умерших, за их упокой, если живых, за их здравие, карьерный рост, удачу и так далее. Каждый год приходят и обновляют как раз ячейки. Палочки. Пока перебирают, формулируют свой вопрос, на который хотят получить ответ. Берут все палочки вверх, говорят про себя свой вопрос, свой возраст и имя. И бросают палочки одинаково. Только одна палочка должна быть выше других. Если выходит несколько, перекидывают несколько раз. Все они пронумерованы. Какая выходит, открываете ячейку. Первая палочка будет ваша. Вы можете перевести на английском языке, как быть, что делать. Китайцы в это очень-очень верят, особенно по выходным, здесь выстраивается очередь. И каждый бросает деньги, гадает и старается следовать по тому, что им нагадали. На китайском сейчас все на китайском и на английском. Нет, ситуация для тебя палочка. Ты должен делать. Да? Попробуй. А что я пропустила? Да, тут, тут гадать? Да, мы пропустили. Thank you.
Да, точно. Она закрыта, чтобы этот шов не видно было, они вот этими панелями закрыли. Ну, да. Он закрыт. И с той стороны. Да, да, да. Они его скрыли. А панели гулять? Не-не-не, панели это отдельный, по сути, такой, как опалка, да, такая. One of my colleagues is inside.